Информационная служба телерадиокомпании «Гомель» протягивает свою работу в эфире. В студии працует Наталья Игнатенко. Добрый вечер. Глядите в этом выпуске. Делегация Гомельской области отправилась в Казахстан для удела в Международном инвестиционном форуме. Вытворчасть кормовых добавок для живелогадовли на основе сапропелев будет створена в Лельчицком районе. С 1 листопада в Беларуси вводятся два участки платных автодорог. У Гомеля прошел Кубок Республики Беларусь по культуризму и фитнесу. Дожди и мокрый снег чекаются в регионе на этом тыдні. А зараз об этом и іншим больше подробязно. Сегодня делегация Гомельской области на чале со старшиней облвыканкама Владимиром Дворником отправилась в город Павлодар Республики Казахстан. Мета поездки – удел в Международном инвестиционном форуме. У составе делегации керавництва СС Гомель Ратон и Гомельского отделения Белорусской гандлёво-промысловой палаты, а так само представники наибуйнейших предприемств региона. У их лику Гомсельмаш, Спартак, Гомель Дрэу. Подчас форуму запланировано подписание 4 погоднений, у тым лику об супрацовництве у гандлёвой экономичной, науково-гуманитарной и культурной сферах. До речи, супрацовництво нашей области с Казахстаном ведется на протягу 20 годов. С початку этого года двухбаковый товарооборот склал амаль 38 миллионов долларов. Тем часом увагу инвесторов на Гомельщине притягивают природные богатые Припятского полесья. Подчас проведения дзён Гомельской области в Москве подписано погоднение об створении в Лельчицком районе вытворчасти вадких кормовых добавок для живелогадовли и удобрения на основе сапропелев. С планами района по выкористанию природных ресурсов ознайомился Алексей Серов. Кварцевый песок, ультрапресные воды, облицовочный камень и навод бурштин – соправданные запасы природных ресурсов, которые находятся на территории Лельчицкого района, не разведаны до этого часу. Той же озерный сапропель, например, начали использовать только в 2011 году, когда в рамках Чарумбовской программы тут реализовали проект по створению на базе местного агросервиса вытворчества кормовых добавок. На его реализацию затратили маль 1,5 миллиона долларов. Погоднение, которое подписано в Москве, повинно принести в район еще больше значной инвестиции. Этот проект даст порядка 7 миллионов долларов США инвестиций. Ну и, соответственно, по выходу этого проекта будет создано в районе порядка 50 новых рабочих мест, что для района это немало. Основная продукция, которая будет производиться на новом предприятии, будет в основном экспортоориентирована. Соответственно, это будет экспорт для района и для области. Сегодня на территории Лельчицкого района ведомые два родовища сапропелев. Разведанные запасы больше 800 тысяч тонн. Реальные объемы могут перевышать эту личбу у несколько разов. Шмат тысячегодий тому на этом месте было море, которое с часом перетворилось в озеро. После того, как в минулом стагодии и оно высохло, оказалось, что эта мясина богатая на сапропель, который утримливает практически все элементы таблицы Менделеева. Планы по обеспечению местных жихаров работы и отповедной зарплаты у Лельчицком районе связывают теперь за все за его инвестиционной притягальностью и створением новых вытворчеств по перепроцовке сыровинных ресурсов. На сегодняшнем Гомельском экономичном форуме, например, был подписан договор об открытии еще одного щебневого завода. А прича того, начинается разведка родовища бурштину, попередние запасы якого оцениваются у 300 тонн. До речи, за последние 9 годов его рыночный кошт увеличился на 900%, и эта тенденция заховывается. При том, что и возможности выкористания сапропелю так само далеко не вычерпаны, во всяким разе применять его можно не только для вытворчества удобрений и кормовых добавок. Есть еще более такой широкий спектр, то есть это можно и косметология, это и лечебные грязи. Ну, понятно, что на сегодняшнем этапе пока такие проекты еще не рассматриваются, но как перспектива возможно все. Олег Синтеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Лельчицкий район. С 1 листопада в Беларуси вводятся два участки платных автодорог. Один из них пролягает на территории нашей области. Это 25-километровый участок автодороги М5 помеж Бобруйском и Жлобином. Прикладно на такой же отлеглости проведена реконструкция трассы Р-23, что излучает Минск и Микашевичи. У вынику протяглость платных дорог у Беларуси складе больше, как 1600 километров. В наступном годе так само запланована реконструкция автодороги М-10. У планах обновить 90 километров помеж Гомелем и Калинковичами. Зараз ведется проектная работа. Сродки за корыстанне платными дорогами идут на обслуговывание транспортных артерий, подтримание их якости и покрытие расходов по реконструкции. Легковые автомобили, которые ездят бесплатно, это только из Белоруссии, России, Казахстана,
а также Луганской и Донецкой областей. Все остальные легковые автомобили тоже платят за дороги. Но цены разные, они зависят от грузоподъемности автомобилей, которые переезжают по дорогам. Больше подробную информацию и классификацию цен можно найти на сайте Белтол. До інших тем. Сьогодні у школьников розпочалися осінские каникулы. Во всех установах адукации на протягу тыдня будут дейничать факультативы, об'єднанні по интересах и гульнявые пляцовки, каб зробить отпочинок детей корисным, безопасным и займальным. На базе Гомельского областного центра туризма и краєзнавства, например, працює туристский лагер, який пропонує занятки по шматборі и скалолаженні. Вероніка Ворошилина володає подробязностями. Гэтыя хлопчыкі і дзяўчынкі не привыклі доўга спаць або сядзець ля камп'ютара. Самай раніцы яны ў кампаніі сваіх аднагодкаў і трэнераў адтвочваюць спартыўныя ўменні. Вучэбна-трэніровачныя зборы па турыска-прыкладным шматбор'і, спартыўным арыентаванні і скалалажанні, пешыя экскурсіі і паходы, краязнаўчыя віктарыны і квесты. Такі займальны вольны час сваім выхаванцам прапануе турысткі лагер, які адкрыўся на базе абласнога цэнтра турызма і краязнаўства. У кого-то это походы, у кого-то это экскурсии, у кого-то это различные викторины, мероприятия. И причем мы не забываем и работать с детьми, которые в лагерях пришкольных города Гомеля. У нас в течение этих каникул, во время каникул 2 числа мы приглашаем, ожидаем ребят со школ города Гомеля для участия в краеведческом ориентировании, так называемом квест-ориентировании. Турыцкі лагер аб'яднаў 90 школьнікаў у ўзросце ад 11 да 17 гадоў. Дарэчы, наведваюць заняткі не толькі навучэнцы абласнога цэнтра. Сюды таксама прыязджаюць групы з Рэчыцы і Жлобіна. Для многіх дзяцей канікулы – гэта не толькі магчымасць удасканаліць свае турыцкія навыкі, але і падрыхтавацца да будучых спаборніцтваў. Я ўже занимаюсь 3 года, мне очень нравится этот спорт. Мы ездили в Бобруйск, в Минск и в другие города. Занимали места. Когда мы ездили в Бобруйск, мы заняли с моей партнершей 2-е место. Пакуль адны выхаванцы турысцкага лагера адпрацоўваюць спартыўныя элементы ў сценах установы, другія адправіліся ў паход. Падчас такіх выязных заняткаў дзецям будуць тлумачыць, як правільна прыстасоўвацца да палявых умоў. Школьнікі навучацца ставіць палаткі, арыентавацца на мясцовасці, а галоўнае – працаваць у камандзе. Першым няпростым выпрабаваннем для ўдзельнікаў турысцкага лагера стала пераадольванне 20-кіламетровай пешаходнай экскурсіі. Мы должны учыць хадзіць пешком, чалавек, чтобы знал, как рассчитаць свае сілы, а самае главное, как он психологически подойдет к своей команде. Подойдет лето, мы пойдем с ними в походы более продолжительные, на неделю, то и больше. И лишние люди в таких ситуациях всегда представляют определенную сложность для команды. У целом, подчас осеньских каникул у лагерах разных напрямков и профиля в установах адукации Гомельской области плануется оздоровить больше як 8 тысяч школьников. Для их предугледжены шматликие спортивные и культурно-массовые мероприемства, конкурсы, викторины, встречи с представниками органов внутренних справ, МНС, ДАИ и иншими межведомственными структурными подразделениями. На осеньских каникулах будет ладиться комплексная работа, как заработать отпочинок школьников максимально займальным, корыстным, а головное – безопасным. Вероника Вара Шилина, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Активисты у детячих и молодежных громадских объединений, у юных журналистов Гомельщины собрал 7-й областный форум «Лидеры 21-го стагодия. Новый формат». Мероприемство проводится с метой подтримки новых инициатив, створения умов для включения школьников у громадскую деятельность. За 4 года молодыми лидерами реализовано больше как 300 проектов. Яны тычатся у приватности доброупорядкования гульнявых пляцовок, способов решения конфликтов, работы молодежных сродков массовой информации. На чем працавали юные лидеры сёлета, ведая Яўген Пабалавец. Сёлета на форуме молодые лидеры из установ адукации в области представили выники своей працы над проектом «Совет старшеклассников. Открый свой район на ноу». Его старт был даден на летошнем 6-м форуме лидеров. Началось все с того, что мы в интернете нашли очень интересный ролик, который называется «Путешествие вокруг света». Там вот по системе «Вкл-выкл». Очень интересное видео получилось, и мы решили взять модель этого видео и распространить ее в другие районы, чтобы каждый район попробовал по модели этого видеоролика показать, какие мероприятия происходит в районе. Оценивались идея, монтаж видео и насыщенность подеями у представленном ролику. Пераможцами проекта стали представники Хойников, Чачерска и Рахачева. Так само подчас форуму лидеры вучнёвского самокирования смогли задать свои пытания начальнику управления адукации Гомельского облвыканкама Сергею Порошину. И самое главное, вот в результате таких диалогов и общений рождаются новые интересные проекты не только теоретического, но и практического направления. Например, участие в экологических акциях, благоустройство
устройствах территории, воплощении многих проектов молодежных на улицах городов, в районных центрах, в парках, скверах. То есть все то, что наработано молодежью, можно совместно с органами местной власти воплощать в жизнь.